Приветствую всех подписчиков гостиного канала, с вами Лиц Миновых, и всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня на обзоре у меня, друзья, новый бокс, называется Crypto Bull Room. Ну, как-то так. Значит, если это бокс, значит, абсолютно без вложений. Я проверила этот бокс на вывод, все платит. Сейчас я вам все покажу, но регистрация здесь простая. Логин, email, пароль, капча, кликайте зарегистрироваться. На почту мне ничего не пришло. Значит, после чего попадаем в кабинет, вход по имейлу и паролю. И у меня здесь сразу вкладочка вывод, так как я его только что проверила на вывод. И вот здесь видим в правом нижнем углу то, что я вывела монетки. Вот, я выводила в Dogecoin'ах, так как здесь можно выводить, есть вывод биткоин и Dogecoin. Минимальный вывод здесь от 500 коинов. Вот они. Я выводила 580, сколько там? 580, не помню. Сколько это коинов. И вот такое количество других коинов мне пришло на Faucet Pay. Значит, поставила я заранее на вывод, потому что думала, может, мало ли, в ручном режиме, чтобы не ждать. Но вывод сразу же мне поступил инстантом, что радует. И еще по поводу вывода, раз я здесь, значит, набираем, если вас заинтересует, 500 коинов. Монеты набираются быстро. Значит, сюда прописываем сумму, убираем, естественно, Faucet Pay. Payer он тут не работает, тут ничего не кликабельно, только Faucet Pay. Здесь выбираем монеты, либо биткоин, либо Dogecoin. Вот, я выбирала Dogecoin. Я прописала сюда сумму, например, 500, да. Сюда я прописал 500. Минимум 500. И здесь сразу, видно, они комиссию, что ли, снимают. Конвертируется сразу в Dogecoin, в криптовалюту. Сюда я прописывала почту. Я прописала сначала адрес Dogecoin. Вывод у меня не прошел. Мне написали, как бы уведомили, то, что нужно прописать почту от Faucet Pay. Я прописала почту, потом я вот здесь вот так, где я тут, что я тут, я почту прописала, ладно. И вот сюда куда-нибудь вот почту пропишите, кликните, у вас появится, что комиссия по нулям, все такое. Кликнула вывод. Здесь вот история. Видим Dogecoin. 585 коинов. Это вот они у меня конвертировали сразу в Dogecoin, как бы, и я их вывела. Это по выводу все я вам рассказала. Нужно прописывать, не забудьте, почту. Вот Faucet Pay. А, вывод же я вам не показала, боже мой. Вот Crypto Bull Run. Господи, такие названия. И вот мои монеты Dogecoin. 30 апреля. Все шикарно платит. Теперь по заработку. Домашняя страничка. После регистрации попадаем на домашнюю страничку. У вас здесь вверху появится надпись, что за ежедневный вход начисляются монетки. По-моему, 10 коинов. Вот, вы кликаете. Там будет закрыть типа того. И у вас опять же таки тут окошко появится, то, что вы монетки насчитались. Здесь аккаунт, баланс вывода. Это энергия, депозит нам не надо. И тут всего сколько история, да. Также на домашней страничке находится наша реферальная ссылочка. Кликаем, опять же таки все уведомления. Линк этот, ссылка скопирована. Далее что? Вот тут три точечки. Earn
заработок у нас. Значит, кран мне недоступен. Есть кран. Если вам доступен кран, пожалуйста, собирайте. Мне он недоступен почему-то. Ну и бог с ним. Вот. Даже сейчас проверим. Видите, нифига. Ну нет, значит и нет. Опять. Кликаю Earn. Значит, я здесь... Здесь вкладочка также реферал. Будут находиться наши партнеры. Так. Опять. Earn. Есть короткие ссылки. Если вы умеете их собирать, вам они нравятся, пожалуйста, можете собирать. Я вот сюда никуда не лезу, только ПТС, АДС. Кликаем, видим здесь, да, рекламок предостаточно. Значит, ну давайте какой-нибудь посмотрим. Они все по 30 секунд. Вот, кликаем. Их. Здесь инструкция по, как бы, что нужно, переводим на русский. Руководство по. После нажатия кнопки пуск вы увидите таймер в строке заголовка или ля-ля-ля тополя. В общем, сами просмотрите. Здесь сейчас я вам все покажу. Кликаем старт. Нас перебрасывает на страничку. И вот здесь уже идет он таймер. Видим. Переходить обратно возвращаться нельзя. Иначе будет не зачет. Так что ждем вот окончания вот этого таймера. Я за 2 дня минималку набрала. Ждем наш таймер. И вот теперь уже после нуля вот Claim Reward заходим. И вот такая вот у нас капча. Все, нам зачет. Claim. И видим, 25 коинов нам засчиталось. И вот таким вот образом мы просматриваем вот всю рекламку. Следующий. Вот такой вот еще вид серфинга. Также он весь по 30 секунд. Точно так же. Кликаем. И здесь как бы немножечко по-другому. Идет вот эта вот наша шкала. Мы ее ждем. Если вам что-то заинтересовало, можно вот так кликнуть и как бы посмотреть. Вот. И ждем, вот шкала загружается. Кликаем на галочку. И появляется наша капча. Вот здесь галочка, вот на эту галочку кликаем. Все. Very. Нам зачет. 10 коинов. Далее видео, естественно. Тут было видео предостаточно. Естественно, так как я из России, мне недоступно. Но здесь история, это для рекламодателей. Ну и все, ребятки. Тут больше нет ничего такого. По заработку я вам показала. Домашняя страничка. Вот здесь финансы. Вывод. Кликаем. Или на домашней страничке можно кликнуть. Или же вот здесь в меню. Ну и все. Здесь суппорт, аккаунт. Настройки, выход. Больше здесь ничего такого нет. Кому интересно, работайте. Ну, ничего такого, бокса здесь. Уровни, наверное, будут как бы повышаться. Может, доход будет от уровней выше. Вот как-то так. Также заработок. Вот здесь можно... Смотрим, да? Кран. Красный, ПТС, короткие ссылки, всякое такое. Вот. История.
Что-то. А, это IP-адрес. Ну и все, ребятки. Кому интересно, работайте, зарабатывайте. Неинтересно, пройдите мимо. Всем удачи, всем пока.